Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в галерее Свято-Архангела Михайловского монастыря открыли выставку. Она посвящена 25-летию пребывания на Одесской кафедре митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Его работа вдохновила многих художников в своих произведениях. Поэтому на выставке можно увидеть профессиональные работы художников одесских и также детские рисунки, в которых видно, что они вдохновлены праздниками, теми традициями, которые культивируются в семьях. Экспозиция рассказывает о возрождении, строительстве и реставрации храмов, часовен, монастырей, о благотворительных и просветительских учреждениях, развитии духовного образования и церковного искусства под покровительством владыки. Выставка продлится с 13 октября до 21 ноября.